Рихтовочный молоток, и внизу у него подставка, деревяшка, да? Да. Ровная. И вот такими ударами по алюминиевому листу происходит выравнивание. Для того, чтобы изготовить изделие, необходимо снять мерки. Принимать работу? Да. Да, легко вынимается. Теперь только надо растение посадить, и все. Контейнер для кашпо готов. Легко вынимается. Вот такая вот красота получилась. Смотрите, браво супругу. Можно было купить и не мучиться делать это изделие. Но я не могла найти пластиковой емкости именно таких размеров, как мне надо. Теперь, чтобы заполнить кашпо цветами, необходимо дренаж. Посмотрите, у нас галька прямо здесь.